Всем привет! Меня зовут Женя. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня мы с вами будем открывать посылки с AliExpress. В этих посылках в основном находятся украшения, колечки, цепочки. И мы с вами будем их как раз-таки смотреть, проверять, стоили они буквально не дороже 100 рублей, где-то рублей 60, где-то рублей 70, где-то рублей 80. Давайте тогда начнем. Заваривайте кофеек, чаек. Все ссылки я оставлю в описании, если вам понравятся какие-либо украшения. Начинаем, в общем, с вами. Первая посылка какая-то большая. Сейчас посмотрим с вами, что там находится. Первое украшение. Здесь находится колечко. Я помню, какое-то кольцо было, да. Кольцо с... Первым украшением мы нашли вот такое колечко с сердечком розовым. Оно достаточно большое. То есть оно на большой палец мне велико. Его, кстати, можно регулировать специально по ширине своего пальца. Вот так нажимать и регулировать. Я как раз специально такие кольца взяла, потому что у меня пальцы очень маленькие. Вот эти кольца я сейчас сниму. Эти кольца я купила в Модисе по скидке за 250 рублей. Надо прикладывать усилия, чтобы его вот так как-то сжать. Сейчас попробую. В общем, сжала я его, вот так вот оно выглядит. Оно мне подошло только на указательный палец. Ну, красота ведь, красиво. Как раз-таки подходит к моему фону, да. Так, давайте следующее колечко тогда вскроем. Следующее у нас кольцо белое, тоже с сердечком. И тоже оно может вот так вот сжиматься. Вот тут вот есть такая штучка. Вот такое белое. Это, кстати, золото, а здесь серебро. Ясное дело, золото с серебром не получится носить, но давайте пока так. Чисто для обзора. Оставляйте комментарии, какое из колечек вам больше нравится. Здесь вот такое колечко серебряное. Тоже оно может сдвигаться. Вот так вот оно выглядит. Две бабочки такие. Так, куда тебя? Вот это, кстати, впритык зашло. Выглядит вот так. Ну, оно, знаете, такое простое, и какие-то здесь бриллианты не очень красивые. То есть, вот по сравнению с этим, оно просто какое-то такое серое, невзрачное, поэтому оно мне не очень нравится. Давайте тогда следующее откроем. Здесь цепочка, 100%, потому что я услышала звук. Здесь какая-то подвеска. Выглядит вот так. Посмотрим, что же здесь. Здесь серебряная цепочка. Она, смотрите, на двух таких как-то подвесках. На двух подвесках. Я не знаю, как это сказать. В общем, выглядит вот так. Самая простая. С одной стороны бриллиантик есть, а с другой стороны бриллиантика нет. Сорока, ну сорока. Baby, you are my life. Мне, в принципе, нравится такое спокойное. Подойдет, наверное, больше к этому кольцу и вот к этому. К рубашечке очень хорошо подошел. Тоже серебряная цепочка, но здесь уже такая тоненькая цепь. Кулон выглядит вот так. Давайте тоже на себя примерим. Смотрите, как он отблескивает. Очень красиво блестит. То есть этот кулон намного проще, чем предыдущий. Как будто тот кулон мне больше понравился, та цепочка. Давайте следующий откроем. Здесь такие же кольца, похожие, которые я купила в Модисе. Здесь вот такое кольцо широкое, вот такое колечко и вот такое. Первое кольцо выглядит как-то, не знаю,
Есть вот такое же похожее, только оно намного, видите, намного тоньше. То есть, видите, какое оно широкое. Выглядит вот так. Выглядит вот так вот. Это колечко железное оказалось. Вот такое в виде сердечка, черное. Оно нерегулируемое. То есть, не знаю, пойдет, не пойдет оно мне. Не, велико. Велико оказалось. Даже для большого пальца оно мне большое вот так вот елозит. Жалко, короче, не подошло мне кольцо. Но оно очень красивое, так-то простое, красивое. В принципе, я бы могла его носить, но оно мне не подошло. Давайте тогда резюмирую. Мне больше всех понравилось вот это ожерелье. Мне очень понравилось вот это кольцо. Мне очень понравилось кольцо вот это. И, в принципе, наверное, все. То есть, прям, чтобы очень сильно понравилось, это вот это. Вот так вот. Кто смотрел Клонс, поймет, наверное, там у них всякие вот эти хабиби штучки были. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, все ссылки я оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на телеграм-канал. На 500 подписчиков будет розыгрыш, я об этом напоминаю. Кстати, скажите, как вам свет, понравился, не понравился? Мы с Максимом выставляли его на протяжении полчаса. На протяжении получаса пытались найти красивую картинку, красивый кадр. В общем, все. Всем спасибо, всем пока-пока.